Алло. Здравствуйте, меня зовут Чернов Максим, банк Хоум-Кредит. Могу я поговорить с Олегом Олеговичем? Да, вы можете поговорить с Олегом Олеговичем, если скажете паровозик тыр-тыр-тыр. Что? Вам необходимо произнести кодовую фразу. Кодовая фраза «паровозик тыр-тыр-тыр». Вы издеваетесь? Нет, я просто хочу услышать кодовую фразу и сразу же вас соединю с искомым человеком. В чем проблема? Скажите, пожалуйста, Олег Олегович, это вы или нет? Вам необходимо, для продолжения разговора, вам необходимо произнести кодовую фразу. Кодовая фраза «паровозик тыр-тыр-тыр». То есть я могу фиксировать, что вы отказываетесь разговаривать с сотрудником банка нет, и можете передавать мне документы в юридический отдел вами... для выставления требования, да? В какой отдел? В юридический отдел. Не расслышал. Какой отдел еще раз? Я говорю, в юридический отдел могу отправлять документы, все? Нет, нет. Вы можете отправить паровозик в депо. Хорошо, я отправляю документы в юридический отдел, фиксирую отказ от оплаты и общение с сотрудником банка. Я же хочу общаться. Вам придут сотрудники по розыску вместе с участковым. Они придут для описи имущества. Слушай, подожди, стой. Какая опись имущества? Паровозик, тыр-тыр-тыр, давай. Я с тобой вместе. Паговозик. Тыг-тыг-тыг. Давай. Все. Я зафиксировал информацию. Ждите сотрудников по розыску вместе с участковым. По Вам всего доброго. До свидания. До свидания.